Это кофе. Вот он вот таким вот образом выглядит, вот такие фильтр-пакеты внутри. В них натуральный молотый кофе. Я хочу, прям завариваешь, да? Он натуральный. А? Вот я вам показываю. Он натуральный. Тут заваривать негде. А? Заваривать негде. Спросили, можно ли попробовать. А, так, чтобы заварить, нет, к сожалению, нет. Чем такая эта штука хороша? Ну, во-первых, японский кофе, он такой достаточно качественный, достаточно приличного качества. И потом, посмотрите, вот так вот, да, ставится вот так фильтр-пакет на чашку, да, дома. Вы сверху залили кипятком, и у вас новый эффект кофемашины. То есть у вас в чашке натуральный кофе. Для тех, кто начинает утро с кофе, очень удобная вещь, потому что с турбиной не стоять. Кофеварка, если ее нет, то это очень выручает. На прилавках магазинов обратите на этот товар внимание. Ну и, наверное, так, чтобы такую подвести какую-то некую черту, я, наверное, девочки, вам на память вот даю. Это шоколадные шарики такие с орешком, да? А взрослым, да-да-да, давай, держи. А взрослым я могу дать попробовать. Будьте любезны, вот немножко.